Дамы и господа, вашему вниманию предоставляются какие-то супер-мини-наушники, купленные в акции «Купи три посылки разом и получи их дешевле». Видимо, за счет доставки экономят. Будем изучать, потому что меня заинтриговало именно то, что они очень маленькие. Мне хочется посмотреть, на самом ли деле они такие маленькие. И они, главное, без ничего. Просто овальчики должны быть, и все. Ну и, как говорится, будем посмотреть. Ну, боксик, да, реально меньше, чем обычно. Наушнички. Да, такие пипирочки. Хоп, и все. То есть, вы представляете, да? То есть, все, что есть. Головастик. Какой левый, какой правый, это вопрос. Блин, это даже... Очень даже хочется, чтобы вы это увидели, как я это буду пробовать пристроить. Так, ухи. Вот это я взял в левой руке, да? Помните? Пробуем его как-то запихать в ухо. О, в принципе, вошел. То есть надо кнопкой наружу, получается. Так вот. Опа. Но они не настолько маленькие, как я думал. Но из уха реально никаких палочек не торчит. Так, а кнопка-то где там? Кнопка механическая ведь? Да. То есть ее еще попробуй нащупай. Ага, она как бы вдоль мочки. Все, понял. Ну-ка. Или она все-таки сенсорная? Не знаю. Короче, в ухе сидит хорошо. На удивление. Даже не выпадает, не глядя на то, что они без резиновых амбушюр. Смотрим. Видны ли они? Про 4S, наверное. Да, 4S плюс. Пробуем. Добавить. Connected, сказала тетенька в ухо. Слушайте, хорошо. Так, стоп. А какой этот параметр звука? Отмена. AAC в наличии. Извините, там где по 170, 280 и так далее. Единственная цена, я, конечно, не помню. Но давайте глянем, пока я тут. Так. Вот они. 370 рублей, да. Малявочки. 300 мА, Type-C, Bluetooth, все дела. Пробуем музычку. Вроде хорошо. Осталось только потом послушать, сколько времени играть будет. Так, это не то. Какая будет автономность? А так вообще классно. И микрофоны надо будет проверить. Зимой под шапкой хорошо. Шапкой накрыл и все. Ой. Все-таки сенсорные. Угу. Короткое нажатие. Это плей-пауза. Ребята. И амбушюр не надо. И держится. Вот это шик. Все, ребятки, мне нравится. Дальше испытываю. И если все будет так же положительно, как сейчас, вот про них точно обязуюсь сделать видосик. А так, смотрите, как клевенько. Ай, только из уха вытаскиваю, главное не потерять. Можно же уронить. Видите? Одно убрал, а второе играет. Видите? Все. Bluetooth отключено. Аппараты заряжаются. Круто. Вот такие вот шикардосные наушнички можно купить меньше, чем за 400 рублей. Ну, дальше смотрим, как они будут работать и как они будут заряжаться. Так, на зарядку установить. Видите? 5 вольт, 0,1 ампера. Достаточно. Это из предыдущего видео. Тоже оказались очень хорошие по той же цене, но с палочками. Из уха все-таки что-то торчит. Короче, ребят,
Ну, это шик блеск, ёпа мать. Ну, китайцы молодцы, я в восторге. И главное, блин, по такой цене. Явная рекламная акция. Явно будет дороже. Всем пока.